Мы приехали в горы, ехали уже домой в Улос, и увидели на горе отель Музаки Палас, Hotel and Spa. Музаки. Называется так же, как и место Музаки. У греков есть такая традиция, может быть, какой-то отель где-то далеко в горах построен, один стоять совершенно отдаленно. И при всем при этом сейчас тут много вокруг машин, то есть есть туристы. Мы приехали, попьем здесь кофе, вот в этом кафе наверху. Это небольшая имитированная церковь возле отеля. Я уже ранее рассказывала, что такое бывает у них. Они делают церквушки рядом с отелями, с домами, с какими-то заведениями. Какой, боже, какая красота, какой панорамный вид. И мы все снимаем. Супер. О, какие фото, какие видео. Какой вид. Мы заказали с Димитрой горячий шоколад. Это наше какао с молоком. А мужчины заказали другие, посмотрим. О, тут даже бассейн писсиной. Ух, как красиво, какой бассейн симпатичный. Какая красота! Какие просторы! Никого нет, одни мы будем сейчас пить кофе и чай, кто что. Не, все будем пить кофе. Эспрессо, да, холодный кофе. Там горячий шоколад. Это тоже, это какао с молоком. Печенюшка. Алико сети перес авто? Или не по кофе? А, греческий кофе, сваренный в турке. Можете позвольте мне фото?